Ребят! А что, кормить-то будут на благотворительный вечер? Дашка, не роди ребенка. Не от меня. От кого мне родить? Предлагаю кого-нибудь из наших друзей. Так может, надо было усыновлять? Я так понимаю, что тут не угадаешь. Можно умереть завтра, а можно прожить спокойно еще 3 года. Валерий Тодоровский представляет. Я счастлива с тобой, ты понимаешь, да? И я с тобой честна. Ты можешь спросить все, что угодно. Сколько мне лет? Кто она была? Да никто. Чумитька меня из дерьма вытащил, взял с 2 детьми. Вова, а что, не так? Ну что, не так? Ты 8 лет назад говорил, ребят, вы пара. Юль. Что тебе не помешало со мной переспать. Давай рожу от тебя. Никто не узнает. Игорь не хочет знать. Эко, ваточка, палочка, йод. Не надо этого делать. Почему? Потому что все рухнет. Никто не узнает. Премьера многосерийного фильма с 4 апреля на 1. Я умираю, у меня кардиомиопатия. У меня осталось 3 года. Что ты сейчас сказал? Просто проверка связи. Слышишь ты меня вообще или нет? Все просто шутка. Больной? Ну ты тоже сидишь с этими бумажками. Да? Ты вообще воображаешь, что ты делаешь? Кто так нормальный человек? Прости. Так шутит?